Приличные пандусы в Южно-Сахалинске можно пересчитать по пальцам. В рамках программы «Доступная среда» в 4-й городской поликлинике был установлен один из них. Также здесь появилась и парковка. Мы смогли и организовать подъездной путь для наших инвалидов, смогли санузел организовать, затем установить поручни по учреждению. И, собственно говоря, деньги были освоены более чем рационально. Для облегчения подъема прямо возле пандуса оборудована специальная кнопка. Сотрудник поможет человеку с ограниченными возможностями пройти в здание, зайти, в случае необходимости предоставит коляску. Внутри здания людей с проблемами зрения ждут поручни и специальный лифт. Они имеют яркую окраску, которая направляет, указывает направление человека с ограниченными возможностями, куда ему передвигаться. То есть вот это было тоже установлено на программные средства, сэкономленные с нами в результате торгов. То есть, собственно говоря, все этажи оборудованы подобным оборудованием. Они на такси добираются до нас. Здесь они по пандусу поднимаются. И они абсолютно самостоятельно ездят здесь у нас везде. Вот они знают уже, что второй кабинет – это предварительная запись. Они поехали туда, им дали талончик. Неотложная помощь, если у нас напротив 7-й кабинет. Потом они быстренько в лифт и дальше уже по талончикам к любому доктору. Здесь же новые стандарты комфорта. Специально оборудованный санузел. Зеркало двигается так, как удобно это будет человеку. А все приборы гигиены с сенсорными датчиками. Администрация поликлиники надеется, это поможет беспрепятственно и с комфортом посетить нужного доктора. Всем без исключения. Тем более инвалидов-колясочников на каждого участкового врача приходится примерно по 15 человек. В регистратуре для них отдельное окно приема и автоматы для выдачи талонов. В планах оборудовать лифт голосовым сопровождением.